понаслышке. Ну все, все. Всем скажем огромное спасибо девчонкам из Новоуренгойского факела и безусловно пожелаем удачи. Новый Уренгой принял финал Кубка России по снежному волейболу. Спортсменки «Газпром» добычи «Ямбург» приняли первые подачи от команды «Динамо Татарстан». Это многократные участницы федеральных чемпионатов по пляжному волейболу. Казанские соперницы сразу вырвались вперед и сохранили лидерство до конца встречи. Наши девушки выступали на площадке как команда «Факел». В непривычной спортивной обстановке они проявили ловкость. Но скользкие моменты помешали удачным розыгрышам и точным приемам мяча. Вроде бы она подала и... Ровно выходишь под мячик, он раз, и с рук соскальзывает. То есть впечатления неоднозначные у нас, потому что вроде бы ты понимаешь, что нужно делать с мячом, как нужно играть, но в последний момент мяч может сам изменить свою траекторию, ветер подуть на подаче или вот на приеме. Следующий снежный бой за мужчинами. Сборной «Ямбург» тоже пришлось прыгать выше головы. Ведь по ту сторону сетки московская команда «Академия». В ее составе победители и призеры мировых турниров по пляжному волейболу. Первая партия показала, «Ямбург» умеет сопротивляться морозному ветру, рыхлому снегу и умелым атакам соперника. Болельщики «Ямбурга» кричат «Эйс» – волейбольный термин, означающий подачу, которую не смогла отразить команда соперника. Поддержка оказалась сильнее, чем результат. В последней партии на десятку наших забитых очков пришлось 15 соперника. «Академия» победила со счетом 2-0. Ну вот как получилось. Хотелось, конечно, да, хотелось показать еще лучшую игру. Есть возможности, есть и желание, и силы играть вот в такие виды, как снежный волейбол, пляжный волейбол. Заставляет немножко думать по-другому, нежели в классическом волейболе. Поэтому это всегда полезно. Второй день – четвертьфинальные игры. На снежной площадке женская сборная «Ямбурга» и клуб «Заречье Одинцово». Еще одни профессионалы пляжного волейбола. В первом сете подмосковные спортсменки не оставили нашим шансов и быстро выиграли партию. Солнце было обманчивым, ветер злым, а волейболистки «Ямбурга» – бесстрашными и позитивными. Они заставили соперниц поволноваться во втором сете и сравняли счет. Но решающая третья партия оказалась в пользу «Заречья». Мы каждый играем то, что умеем, и пытались бороться за каждый мяч. Мы не пляжница, да, и далеко не зимница. Мы все-таки играем в зальный вид спорта, поэтому подачу было очень сложно подавать. Самое основное, да, это площадка. То есть ровный, хороший паркет и по колено в снегу, ну, правда, очень сложно сориентироваться и куда-то бежать и стартануть, потому что сцепление на площадке паркетной намного быстрее происходит, чем здесь. За каждый мяч боролась и мужская сборная. Напоследок «Ямбург» сразился с командой «Факел-2». В ее составе победители и призеры Олимпийских игр в классическом и пляжном волейболе. Для наших парней это точка роста. Они достойно сдерживали атаки, зарываясь в снегу. Но талант не зароешь. И во второй партии мячи разыгрывались с небольшим отставанием от соперника. В итоге победа за «Факелом-2». А похвала за смелость и упорство нашим спортсменам от Юлии Надраги и Кирилла Мамонова. Новый Уренгой.